Привет, мои дорогие друзья! Новый день, новый влог. Я иду, знаете куда? В спа, не поверите. Мне кажется, что я единственная девушка в мире, которая не любит спа, не любит мороженое и не любит ходить в кино. Ничего этого я вообще не люблю. И не любит турецкие сериалы. В общем, у меня у подружки завтра свадьба, но у них просто роспись, поэтому она решила сделать девичник сегодня. Там будет нас буквально 4 человека. Вот, я сегодня целый день работала, сделала 2 замечательных видео. Хотела у вас спросить, вам оставлять ссылочку, куда я по работе делаю видео, потому что там тоже есть на Ютубе, помимо того, что в офисе на планшетах показано клиентам, но еще будем грузить на YouTube. Вот, кому интересно, оставлю ссылочку, чтобы вы смотрели. Вот, так что, как у вас дела? Так как идем в спа, без макияжа, без всего, идем париться. А пока покажу вам это, не побрился. Я Мили его вчера увидела первый раз. Я вообще, он мне больше нравится с бородой. Вот, но где-то за то время, пока мы вместе, он, получается, брился, наверное, 3 раза. И меня всегда это очень сильно пугало, потому что как будто совершенно другой человек вообще. Так что вы сейчас тоже посмотрите, вы его сейчас тоже не узнаете. Иди сюда, Мили. Поворачивайся. Это кто? Папа, Мари. Пуцули папа. Пуцули папа? Come on. Пуцули папа. Амелия, что с папой? Иди посмотри. Что случилось с папой? Пуцули папа. А что с папой случилось, Даю? Нонче? Ты мой сладкий. Нету бороды у него, у папы? Да. Да? Тебе как больше нравится, с бородой или без? С бородой. С бородой. Итак, ребят, собралась я на свадьбу. Знаете, в чем всегда загадка, когда куда-то собираешься, что же надеть? И поэтому свадьба, он из немецкой, швейцарской части, она русская. И в основном его друзья будут, а все из немецкой, швейцарской части, они такие супер простые, никто не одевается красиво. То есть главное, чтобы удобно было. Поэтому, чтобы быть максимально элегантной и простой, это вот единственное, что, мне кажется, мне идеально подошло. Ultima volta. Facciamo un altro. Che bello! Va bene? Vuoi fare il trucco a bimbi? Mettiamo un diamantino come lei? No, così.
полный восторг. Да, Мария. Амели, когда все сделаешь? Давай. Ты все сделаешь, мама придет, ладно? Амели, подожди секунду. Lei mai provato questo? Sì, ma non mangerà. Mangio un po'. Prima volta, non lo so se le piace sì, o no. Ti piace? Da. Buono. Молодец! Wow! Так, мой ребенок тем временем. Где? Где мой ребенок тем временем? Мне кажется, там. Да, где-то там, вон она. Время, тем временем время, 10 часов. Знаете, в чем у нас спор с Амели? Она хочет, мы идем гулять на пруд, с белочками играть и уточек кормить. Она хочет одеть вот это вот платье принцессы, в котором мы ходим на дни рождения. И она говорит то, что белочки будут счастливы увидеть ее. И они увидят, что Амели принцесса, и все к ней прибегут. Да, Наюш? Амели, нет, это мы оденем потом на день рождения это платьишко. Можешь другое платьишко одеть. Давай, у тебя там столько платьев. Давай другое оденем. Давай зайчиками оденем. Ладно? Пожалуйста. Амели. Зай, мы так не пойдем. За белками в таком платье не бегают. Не бегают. Не бегают. Па-бам. Что ты, довольна? Пойдем выбирать другое платье. Что у нас тут происходит? Амели, вот это можно? Это? Давай это. Давай тогда. Это зайчиками. Белочки будут очень рады, Заюш. Пожалуйста, пупси. Ведь они не лают. Это не лают. Так, ну все, мы наконец-таки собрались. Амели наконец-таки оделась. В общем, играем с собачками. Сейчас чуть-чуть погуляем. Пойдем встречаться с нашими друзьями. Я каким-то образом охрипла после вчерашней свадьбы, хотя хотела с вами как раз поговорить, как все прошло. Не знаю, почему охрипла. Вроде не пела, не кричала горько.
Почему у меня такой детский восторг по поводу белок? Я не знаю даже. Мне кажется, мне больше счастья, чем Амели. Амели, не пугай ее! Мы ее нашли. Орешки. Мы уже положили в домик все орешки. Что, убежала? Ну не пугай ее, Заюш. Смотри, видишь, сверху прям. Где твоя машинка? Покажи это. Угу. Губа не дура, ребенок. Это не капот. А другие не нравятся, Амели? Вот это вот нравится черненькая? Это супер. Теперь лечим маму. Эту. А что это? Лечим или режем маму? Это ножик, Амели. Что мы будем делать? Мы же не операцию делаем. Почему сладкий? Кисеньку. Да. И что мне с ней делать? Играть. Играть? Ну давай вместе тогда будем играть. Давай. Ой, ребят, хотела вам еще рассказать насчет свадьбы, что я вчера была. У меня получилось такое наблюдение за собой, неожиданное для меня. Потому что мне было с удовольствием, если честно, проводить время с ребенком. Я реально кайфовала, я немножко приболевшая. Я реально кайфовала от того, что я вижу, как она развлекается, как она занимается. Не будет! Не будет! Чего не будет? Я понимаю, что там еще у меня Амели вообще, она не хотела не спать, она хотела веселиться, ей там очень понравилось. Я поняла, что мне даже не хочется, там началась дискотека. Не будет, не будет. Котенок, да, я расскажу, потом будем с тобой играть, ладно? Ты мне можешь собрать все свои игрушки пока, вот эти вот, чтобы не потерять? Или вот эти соберем, ладно? Сейчас, секунду, договорю. В общем, конечно же, там началась дискотека. Мне как-то даже не хотелось, просто не хотелось оставаться подольше. Я решила, что я пойду с Амели домой, хотя у меня и не говорит, что типа, ну оставайся, я ее отвезу домой, посижу. Зайка, ну пожалуйста. У нас, короче, как оказалась семья, которая не верит в бьюти-медицину Швейцарии, в эстетику. Но я вам уже говорила, что здесь все на очень... Не побольше, вот так вот. Что здесь все на очень невысоком уровне из-за того, что все специалисты в бьюти-индустрии... Маме, не будем так вот, я набавлю куда-нибудь вот сюда. Ты можешь со мной смотреть сюда, но если ты мне не будешь мешать, хорошо? Если ты будешь рядышком тихонько сидеть и смотреть... Да, ребенок мне всегда говорит, когда он расстроен. То есть она мне говорит: мама, я расстроена, потому что вот ты мне не дала рожицу в камеры строить. Я расстроена, потому что мы одели эти штанишки. Вот аккуратно можешь сидеть рядышком, но мне не мешать, ладно? Поняла меня? И будешь мешать. А зачем ты будешь мне мешать? Ты на меня ходишь. Как это я тебя не слушаю? Я тебя слушаю. Ты хочешь со мной поговорить? Нет. Нет. Хочу помешать. Ты хочешь просто помешать маме? Да. Супер. Просто помешать. Нет, нельзя мне мешать, Аюш. Короче, я вам в другой раз расскажу. Ребят, еще хотела вам напомнить. Хотела бы поддержать Регину. Вы знаете ее, они приезжали к нам в гости вместе с мужем. Очень хорошая девочка и очень позитивная.
Я знаю, как она обожает YouTube, я знаю, как она хочет развить свой канал, как она старается, поэтому хотела бы ее поддержать, помнить вам о ней или рассказать, кто не знает. У нее много видео и просто о жизни в Швейцарии, а также покупки сногсшибательные, дорогие сумки, очень красивые, путешествия, рестораны, все вкусно, все здорово, даже вот... Мы есть, как они к нам последний раз приезжали. Мы увидимся еще обязательно, скорее всего, в июне. Поэтому я вам рекомендую канал Регины и оставлю ссылочку на нее обязательно в описании. Вот. У нее очень-очень много влогов, так что найдете то, что вам понравится точно. Переходите к Регине, ссылочка будет в описании. Это я Амели сказала, ты можешь мне мешать, если уберешь все. И вот она заканчивает уборку. Молодец. Будешь теперь маме мешать? Да. Супер. Би-карабики. По небу плывут. Мами, включи мунджоку. Почему мунджоку, почему? Тяжелый и сладкий. Фортуны дель дженера, сикуро, дай. Когда ты чинтуешь? I can see you very skinny, but I cannot show your face. Tieni, cosa questo? 20 mezz'orette di sole, forse l'abbiamo. Andiamo da Melandi. Se vogliamo, se no. Ma così guardiamo lei che fa le acrobazie. Acrobazie. Va da solo per quel gioco stasera. Com'è? Bene. Амели, ключики. Chiavi. Cosa più importante a Amelie nella vita sono le chiavi, vedrai che le chiavi è la cosa che se le perdi. Quello credo pagare. Chiudi occhi. Adesso. Subito. No. Questo è il Nemo. Cosa c'è nella bocca? Perché è il Nemo, cazzo, non è il Nemo. Amore, cos'è quella? It's a whale. Sento una chips nella ballina. Una chips nel Nemo. Chiamiamo la vista, era anche contento di vederlo, siamo rimasti lì un po' per 20 minuti a parlare. Zarkoltan, mi sono avuto qualche... No, stavo anche... Due. No. Perché proprio funghi è buonissimo. Programma Arnin? Buonasera, buonasera. Sera. Ciao. Довольно, пупс. Короче, ребят, я вам не дорассказала. Сейчас монтирую видео и вижу, что там ничего не понятно. И вообще я заболела, я себя отвратительно чувствую. Я вся серо-зеленая, не могу нормально разговаривать, поэтому не обращайте внимания. В общем, не, мало того, что я поехала, да, черт знает куда, к косметологу нашла. Не, такой же, как и я, мы нашли друг друга. Потому что он решил вообще поехать в Германию, делать себе лазерную шлифовку. И он утром просто, он поехал до Милана, оттуда вылетел самолетом, там буквально час. Все сделал, пообедал и вернулся к вечеру домой. Вот, конечно, я в шоке была, как он выглядит. Он неделю ходил, знаете, такие корки огромнейшие, которые он еще белым кремом смазывал. Ему вообще абсолютно параллельно, кто там о нем что подумает. Он ходил так на встречи, он ходил так на фитнес, куда-то в рестораны. То есть ему вообще абсолютно все равно. Ладно, я тебя лучше снимать не буду, чтобы не пугать. Ой, не могу даже смеяться. Ну вот, так что поэтому я его не снимала, и поэтому вот что хотела, в принципе, рассказать. Причем он еще поедет еще раз через месяц, также. Я, если честно, не уверена, что это хорошая идея, потому что там уже будет лето, он очень часто на велике гоняет везде. Блин, что же это за опять? Почему же я опять заболела-то, ёпарасоте? Ну, у меня такое ощущение, что я просто холод где-то словила, как он, ну, как... простыла. Вот, так что хотела вам напомнить, чтобы вы не забыли поставить лайк и подписаться на канал. Пока-пока, ребята, обнимаю.